Ну раз тут можно поснимать. Ну что там не идут, блин. Yeah.
глаза, давайте! Итак, готовы? Давайте дружно и громко его позовем! Широко откроем двери, чтобы Новый год поверил, что мы ждем его всерьез. Кто нам нужен? Ждем тебя, желанный гость! Старый, добрый! Славный! Здравствуй, Рыбинск! Здравствуйте, друзья мои! Я главный волшебник страны из града старинного Устюга Великого приехал в гости к вам в мой любимый Рыбинск. Не боюсь этого слова, любимый. Ведь на самом деле уже в 15-й раз вы проводите такое грандиозное нашествие, и с этого дня в Рыбинске начинается волшебная новогодняя пора! Друзья мои, и в пору эту волшебную сбываются все ваши мечты, все ваши пожелания. Готовите подарки, накрываете... города Рыбинска. Ну а все рыбинцы нам помогут? Да! Дедушка, колдуй. Волшебник. Я ведь не колдун. Я волшебник, поэтому давайте вместе свершим это волшебство. Раз, два, три. Ёлочка, гори! Загорелась всеми цветами своих огней. Радует нас, радует новогодним. Друзья мои, давайте вместе пошумим. Ну и конечно же, какой Новый год без хоровода? Давайте-ка и мы нашу елочку порадуем дружным семейным хороводом и возьмемся за руки. Все взялись за руки. Согрели нашу елочку, а посмотрите, какая нынче погода. Дедушка Мороз, мы благодарны тебе,
что приехал сегодня на этот замечательный праздник. Мы говорим тебе до свидания, до встречи в новогоднюю ночь. Дорогие друзья, давайте громкими аплодисментами проводим Дедушку Мороза, великий Устюг. Спасибо тебе, дедушка! До новых встреч! Праздники подарят нам больше радости, впечатлений и отличное настроение. Дорогие друзья, день сегодня сказочный. Сияние ярких огоньков, нарядная красавица елка. Все это напоминает нам о приближении самого красивого, самого сказочного праздника. В такие декабрьские дни взрослые и дети загадывают желания и верят, что они обязательно исполнятся. Сегодня много сюрпризов. Друзья, встречайте еще один сюрприз. На сцене театр огня и света Firefox! Ваш аплодисмент!